среду в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. 19-22 тепла днем, ночью 14-16 выше 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани облака сквозь солнце, днем плюс 21, ночью плюс 16 градусов. Западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, возможен дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 16 градусов. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, гроза, плюс 21 градус в дневное время, ночью плюс 14, юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.